Привет всем выжившим! Ну что ж, в прошлый раз мы играли в Dark Light, и на этот раз у нас будет Golden Light, который посоветовал мне один из подписчиков. Игра на самом деле очень интересная, судя по скриншотам, но давайте посмотрим вместе. Как вы видите, в игре уже есть русский язык, и возможно, кстати, игра разрабатывалась российским разработчиком. Или разработчиками, ну ладно. Кстати, я всего ожидал, но не такого начала. Нет никакого заката, глупый. Солнце постоянно освещает землю, даже если оно за горизонтом. Значит, день и ночь связаны неразрывно. Они без друга не существуют, но и встретиться не могут. Интересно, каково это? Всегда быть вместе, но все же врозь. Мы так давно не выбирались никуда вместе, любимый. Мы так давно вместе никуда не выбирались, любимый. Никуда не выбирались, любимый. Так, а ты что-то еще можешь говорить? Ну, допустим. И у нас будет повторяться диалог. Так. Оу. А это еще что? Давай попробуем сорвать ей. Роза. Дорогая, смотри, что у меня есть. О боже. Ты издеваешься. Ну ладно. Допустим. Что ж, нулевой этаж. Довольно сумбурное, я бы сказал, начало. Это какой-то слизняк. Ну вот и все, любовь моя. Оно забрало меня. Оно унесло меня в свою мясную могилу. Оно посадило меня под сотни замков. Увидимся ли мы когда-нибудь здесь, в глубинах кровяных цветов? Оно дырявит меня раскаленными клыками. Оно говорит, что не может остановиться, но я все еще жду тебя. Здесь, в глубинах кровяных цветов. Так, ну... Да, у нас повторяется диалог, поэтому... О, господи! Мне показалось, там рука была. Золото. Нашел золотишко. Еще золото. Пистолетная пуля. Так, это, конечно, все хорошо. Я пишу это двумя пальцами, что остались у меня. Кто бы ни прочел, знай, оружие не поможет, просто беги. Оно нам точно не поможет. Так. Привет. Ох, блин, опять ты. Постарайтесь быстро найти оружие и ключи. Запомните, где находятся знаки вопросов. Ага, да, я запомнил. Справа и спереди. И не заблудись. Ха-ха-ха-ха. Ого, да ты еще живой. Ясно. Ну, то есть, спереди, слева и по правой части. Да, я запомнил. Выглядит довольно простенько. О, господи, что это? Голова летучей мыши? Так. Привет. Что происходит? Рыбья голова. Господи. А, стой. Недавно я убегал от ног. У меня был только глаз с пальцами. Я бросил его в ноги, и ноги взорвались. Да уж, лучше знать, что именно ты жрешь. Ого, ничего такой стих. Что? Что вообще за безумие? Ладно, у нас тут есть топор. Золото. А здесь как-то много золота, но давай не будем отходить, потому что это, возможно, ловушка. Топор, ты же знаешь, что можешь атаковать себя, верно? Попробуй жмакнуть. Так, подожди. 10 золота, чтобы заплатить. Ну, давай заплатим. Погоди. Не верь ему. Так, ладно, давай не будем тогда ему... Понятно. Слушай, ну, я даже не знаю, стоит ли брать топор. Давай не будем брать его. Так, значит, нам нужно было прямо идти. Сигаретный ожог. С детства твоя кожа украшена ожогами и шрамами. Ты привык к боли и... А?
Ясно. Это, конечно, все хорошо, но... Мементо дают новые силы или новые проблемы. Никогда не знаешь, но я их всегда подбираю. Так веселее. Понятно. А еще одна пистолетная пуля. Так, еще одна пистолетная пуля. Пистолетная пуля, пистолетная пуля. А где золото? Мне кажется, мы уже немножко потерялись. Весело. Ну, такое, я бы сказал. Так. Подожди, а нам вроде бы... Да, в левую часть нужно было. Пистолетная пуля. Смотри, сколько всего. Отлично. Еще раз весело. Так. Ой, ёбаный! А, что ты от меня хочешь, тварь? Тихо. А, я его использовал. Так. Тихо. А, что происходит? За мной что-то идет. Подожди, оно успокоилось. Так, допустим. Ёба, опять! Нет, сколько можно? Хватит меня преследовать. А, все, я все понял, пожалуйста, не надо. Что они от меня хотят? Так, мои раны затягиваются, но это, конечно... А, ёлки! Ты все еще за мной шла, тварь. Так. Еще одна пистолетная пуля. А что мне нужно? Что они от меня хотят? Кажется, я заблудился. Ладно, хрен с ним. Пошли обратно. Весело. Да, я понял, что тебе весело. Что ж, давай тогда идти обратно. А? Привет. Давай тебе все-таки возьмем. Мы будем отличными друзьями. Хе-хе-хе. Ну, возможно. Так, я правда не понял, как пользоваться топором. Ну что ж. Так, и здесь у нас, судя по всему, тупичок. Тупичок, который мы, видимо... не можем как-то пройти. Ну что ж, давай тогда попробуем пойти через те горшки, которые нас атаковали. О, господи, криповый же хренотень. Ну, что ж. Так. Какие-то звуки здесь. Ну ладно. Пока все тихо. Так. Да пошел ты! Так, мы убили кучу мяса. Ты посмотри на это. И, в принципе, не так много потеряли здоровья. Но, судя по всему, у нас осталось 17 ударов топором. Так что, да, надо их расходовать довольно разумно. Весело, весело. Да я понял, что тебе весело, но куда мне идти-то? Эх. Так. А, у нас есть ключ. Погоди. У нас есть ключ, и, наверное, мы все-таки можем его как-то использовать. Так что, да, давай попробуем вернуться назад и... что-нибудь им открыть. Почему бы и нет? Так, приветствую. А может быть, нам нужно было в ту сторону идти все это время? Так, а ты открываешься? Да, открываешься. Спуститься. Ну что ж, и вот наш первый этаж. Довольно сумбурное начало, я бы сказал. И я не сразу понял, что нам вообще нужно делать. Ладно. Так. Понятно. Ну, он, в принципе, говорит одно и то же. А, значит, смотри, скорее всего, ключ у нас вот в этом вопросике будет. Ну, или где-то тут. Поэтому... Получается, нам сейчас нужно прямо и налево. Это, видимо, дверь закрыта. Так что, да, давай попробуем. Так, ну что ж. Привет. Так, я надеюсь, здесь нету атакующих горшков.
А то мне их хватило уже. Туалет. Я думаю, это последнее место, где я бы хотел быть. Вообще как-то оказаться. Так, ладно. Привет, стеночка из плоти. Я надеюсь, ты добрая. Или не особо. Так, я, кажется, уже заблудился. Судя по всему, да. А, бля! Ёлки! Да что ж тебя? Так, ладно. Это была неудачная... Я рубанул дверь. Так, давай не будем подходить тогда к двери никакой. Вообще никакой. Никогда. Больше никогда в жизни. Так. И... Я, кажется, что-то слышал. Ну, ладно. Я определенно что-то слышал. Что, где? Что они хотят? Ладно. Это из этой двери доносится? Йола! Мясной гигант, получи! Да... Подожди. А может он не умирает? Я сломал это барахло. То есть... Пули, золото. Еще больше золота. Фу, блин. Золото. Так, и кажется, это все. Ладно, ладно. Карта. Так. Ну что ж, у нас почти полное здоровье, и кажется, нам в ту сторону нужно. Я не совсем понимаю, что тут делает карта, но... Что ж. Так, ну, давай посмотрим. Опять карта. Так, ну это хорошо, что нам сообщают, что нам не нужно было сюда идти. От слова прям совсем. Хотя мне кажется, что эта карта могла нам... соврать. Мементо. Здоровенный подбородок. Ты можешь уничтожать двери и мясо, прыгая в них. Любовь моя, я не могу дышать. Оно разломило меня на части. И разбросало мои осколки по лабиринтам плоти. Части мои оставлены на съед... Господи, боже мой. Дай мне дочитать. Я помню, как мы вместе таяли под теплым весенним солнцем. Я уже давно не видела никакого солнца. Понятно. Так, ладно. Что ж, у нас здоровенный подбородок, и мы теперь можем... Можем просто прыгать в дверь, убивая ее. И кажется, с вот этими мясными гигантами будет то же самое, так что... Давай попробуем просто в них прыгать. Кстати, мы вообще могли бы вернуться, но... Черт подери, это же неинтересно. Давай поищем приключения на задницу. Так, привет. А ты вообще что такое? Ты... А, Мементо. Марф, ты быстрее бегаешь. Так, будем прыгать. Кажется, мы его убили. Или нет? Так, ну давай просто прыгать в нее. Оу, смотри, мы оказались обратно. Да, мы вернулись обратно. Вау. Ну, ладно. Я думаю, мы теперь можем... Бля! Нет! В жопу, в жопу, в жопу, в жопу! Ничего не хочу! Уйди от меня! Так, все, 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 ничего не хочу! Уйди, уйди, уйди! Так, все, прыгаем, 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 прыгаем! Где? Что происходит? Я не понимаю. Так. Я вообще не понял, что происходило только что, но... Давай, наверное, подберем золото. Карта, наверное, в шоке.
сейчас. Мне нужен ключ. Так подожди, я же подобрал ключ, разве нет? Так, погоди, и открылось... А! Подожди. Так. Обжора. А что ты хочешь от меня? Ух, так жрать хочу. Скормить ему 10 золота. Слушай, ну я не знаю, у меня оружие полусломанное, поэтому да, давай. Спасибо, мясо, я тоже могу дать тебе немного еды. А, оно дало нам летучую мышь, которую мы можем съесть и чем-то заразиться. Ну что ж, наверное, неплохой обмен. Так, а мы, кажется, здесь уже были, разве нет? Я, если честно, мне кажется, уже точно заблудился. И это наш первый уровень. Так что, да. Ёлки, 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 что происходит? Я не понимаю, что происходит, но ладно. Так, нет, 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 нет. Горшки наши враги. Ой, бля, нет, уйди от меня. Так. Ёпа, мама. Нет, 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 нет. Мы так с ней не справимся. Давай лучше, я не знаю, скушаем летучую мышь. Да, регенерация, отлично. А, мы могли бы, конечно, пройти через двери. Но стоит ли? Так, а здесь у нас золото? Да, золото. Искаженный плод. Окей. Это какая-то гусеница или, я не знаю, пришелец. О, господи! Что? Где? А! Бля. Нет. Эффект неизвестен. Слушай, ну... Я что-то как-то побаиваюсь жрать все подряд. Хотя в этой игре, видимо, это неплохая стратегия. Но давай попробуем запрыгать эту дверь. Так, отлично. Кажется, мы ее запрыгали. Причем запрыгали ее до смерти. Что ж. А я не помню, мы здесь были? Кажется, мы здесь были. Ну что ж, давай посмотрим. Ой, так, постой. Так, выносливость восстановилась. А, слушай, если честно, я... Жирные губы. Чинит оружие в руках. На верхней растут редкие усики. Съешь это, чтобы починить барахло в своих руках. Если бросишь это... Очистишь местность от яда, огня или ржавчины. О, господи. Вот как только человек это мог придумать? У меня такой вопрос. Слушай, ну... у нас здесь есть... Подожди, то есть вот, смотри. Вот в той стороне находится дверь, которая мне нужна. Это вот эта вот самая дверь? Да, вполне возможно она. Слушай, ну... О, боже мой! Так, тихо. Это еще что? Это мясной этот? Я тебя запрыгаю до смерти. И кажется, мы его запрыгали. О, господи. Что мне теперь делать? А золото, ну это, конечно, хорошо, но у меня почти нету здоровья, мать его. И что мне теперь делать? У меня, конечно, есть вот эта вот личинка. Ну, давай ее съедим. Кажется, у нас регенерация, так что вполне возможно, нам повезло. Так. Господи. Что это? Рыбья голова. О боже! Трубный змей! Уважаемый, червонца не будет? Ну, давай ему закинем золото. Твои раны затянулись, но руки теперь плохо пахнут.
Эй, а ну убери от меня руки, бомжара. Хе-хе-хе. О, господи. Ладно. Вот так вот в следующий раз с туалетами и общайся. Засунешь в них руку, а потом скажут, что ты бомж. Так, ну ладно. Куда нам теперь идти? Что делать? Обжора. С обжорой мы не общаемся. И тут, судя по всему, у нас постоянная регенерация. Так. Привет, золото. Че, попробуем перепрыгнуть? Давай. А, так, это самое начало. Да, кажется, это самое начало. Так, а здесь мы были? Че-то я... Да, вот в эту дверь мы заходили, и там туалет, судя по всему. Фу. Я сломал дверь. Слушай, вот в той стороне мы не были. Так. Кажется, я что-то слышу, но... Я не совсем понимаю, что это. Золото. О, господи! Стрёмная хера... Борина. А ты злая, ворон? Эй, Мяско, не хочешь вспомнить что-нибудь из прошлого? Да я не знаю. Нет, наверное. Но выглядишь, конечно, ты стремновато. Так, тут где-то мясная куча, да? Я бы не удивился. Так. Посматриваем направо и налево, потому что она может появиться буквально из всего, чего только можно. И нельзя. О, господи, что? А, бля! Боже, боже! Так что ты делаешь? А, мясная куча. Так. Отлично. Может быть, еще один прыжок и все. А, нет-нет-нет, ей хватило. Золото, господи. Нет-нет-нет-нет-нет. К двери я не подойду. Но, ладно. Давай посмотрим, что здесь. Пистолет. Воу, серьезно? Прям пистолет? Вау. Вау. Так, ну ладно, слушай, у нас есть оружие, так что мы опасны. Ну, давай осмотримся. Аккуратно. Очень аккуратно идем вперед. А, значит, здесь мы уже все осмотрели, у нас осталось вот здесь обыскать место. О, ладно, это получается... Давай попробуем зайти в какую-нибудь дверь, где мы еще не были. Так, здесь мы все смотрели. А, привет, ворон, я не хочу с тобой драться, ты стрёмный. А, господи. А, что тут детские... Бля, крики! Так, беги, беги, беги! Закрой дверь, закрой дверь! Отлично. Он идет? Я... На! На, 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 нет. Все, ладно, запрыгаем его теперь. Ты мне не страшен, я могу тебя запрыгать. Так, а я что-то получил за это? Немножко золота. Боже мой, кажется, я схожу с ума. Определенно. Так, 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 ёлки, нет, 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 нет. Давай попробуем бежать. Кажется, он решил нас не преследовать. Слушай, ну, я не знаю, куда сейчас идти, потому что, если честно, я потерялся, поэтому... Ёп! Боже мой. Ну что же, и это была у нас Golden Light. Игра очень даже прикольная и по-своему необычная. Мне она даже понравилась. Ну а как вам, пишите обязательно в комментариях. Подписывайтесь, ставьте лайки, берегите себя и своих близких. Пока-пока.
и до скорого.